Приветищи! Сегодня мы поиграем с тобой в новую игруху, которая вышла на прошлой неделе из раннего доступа и релизнулась. Теперь она полноценная игруха. И сегодня мы ее заценим. Если ты не знаешь, что это за игруха, то я тебе вкратце расскажу. Из конструктора мы будем собирать себе различный транспорт. Но сперва нам нужно собрать своего чувака. Ну или девчонку. Я не знаю, за кого играть, за пацана или за девчонку. У кого круче шлем открывается? А, без разницы. Значит, цвет. Цвет костюма у нас будет. Сейчас мы ему крутой такой яркий выберем, оранжевый. А лучше может быть черный. Смотрим, какой он классный вместе со шлемом сочетается, да? А повязочку мы выберем, наверное, красную. О, вообще ассасинс прям. Звать нашего конструктора будет Builder. Почтовый ящик? Что за почтовый ящик? У меня нет почтового ящика. Все, отправляемся. Как обычно, во всем виноват метеорит. Кусочки корабля раскинулись по всей неизвестной нам планете. Как они аккуратненько спускаются на парашюте, боже мой. Ну вот, собственно, и мы. Какие мы маленькие, слушай. Пойдем-ка подбежим к нашей капсуле. Есть там что, нет? Ничего отодрать нельзя, вот блин. Ладно, тогда попробуем что-нибудь построить. Переходим в режим строителя. Обучение. Прежде чем приступить к строительству, пожалуйста, пройдите несколько простых шагов. Ну давайте посмотрим, что там за шаги. Перетащите и разместите блок 2 на 4, то есть вот этот вот блок. Скопируйте блок. Теперь нужно его как-то повернуть. О, смотри, как мы его можем поворачивать, офигеть. Теперь попробую его раскрасить. Конечно же, в красный цвет хочу. А теперь нафиг удалите все блоки. Зря строил, получается, да? Пришло время собрать электромобиль. Больше похоже на трактор, смотри, как он выглядит. Хорошо. Собираем кабину. Дальше лепим блоки, к которым мы пристыкуем колеса. Вот таким вот образом. Какие здоровые колеса, слушай. Моторчик обязательно, чтобы крутил наши колеса. Чума. Я у мамы инженер. Это поворотный механизм, чтобы, собственно, поворачивать колесами. Вот так вот на них надеваем колеса. И вроде бы все. Теперь сохраняем наш чертеж. И вот такой вот у нас трактор получился. По готовому чертежу, конечно, это все просто. Но мы-то с тобой знаем, что мы можем нифига не по чертежу собрать. Все, ладно, выходим из строителя. О, дринь-дринь-дринь. Блин, прикольная тачка, слушай. О, офигеть. Так, значит, нам нужно добраться до пусковой площадки. Она, собственно, вот она. Сейчас мы на нее заедем. Уважаемый коллега, если вы это слышите, значит, ваш грузовой корабль разбился, но сами вы выжили. Корпорация отправит к вам спасательный корабль, но чтобы попасть в него, вам будет нужно покинуть атмосферу планеты. К счастью, ваш груз можно использовать в качестве строительных блоков. Постройте рабочий космический корабль, собрав свой груз, разлетевшийся по планете. Найдя часть груза, разместите ее под дроном-извлекателем, чтобы извлечь содержащийся в ней строительный блок. Внимание! Не все строительные блоки подойдут для сборки космического корабля, но зато их можно использовать для транспортировки. Удачи! Значит, нам нужно с тобой собрать космический корабль, чтобы вылететь в атмосферу. Шикарно! Как мы это будем собирать? Вот часть моего разломанного корабля. И при помощи вон той фигулины, спереди моего трактора, я могу ее толкать. Толкать к этому дрону, чтобы он ее собрал. На, собирай. Энергоблок разблокировано. Космический корабль 5% завершено. Я уже начал свой космический корабль собирать. Хо. Смотри, поскольку мы собрали энергоблок, я могу его уже использовать. Давай посмотрим, что я могу с ним сделать.
Лимит повышен, энергоблок. Дает более мощные двигатели. И тут тоже дает более мощные двигатели. И зачем это писать два раза? Я вроде как не тупенький. И чего? И куда? И как мне пришпандорить этот энергоблок? А есть у меня какие-нибудь новенькие деталюшечки? Ну вот, кроме двигателя. А что, если я поставлю два двигателя? Значит, чел будет гонять еще быстрее, правильно же? Хорошо, мы это сейчас проверим. А вот это что за вкладка? Аксессуары. Блоки для украшения вашей машины. А, ну ты посмотри, они 1000 монет стоят каждый аксессуар. Какие-то даже по 3000. А я-то хотел поставить уже что-нибудь. Ну вот. Ладно, выходим из строителя. Сейчас проверим мощность. Ух, как шустрее-то мы стали гонять. Слушай, намного. Круто. Где еще детальки? Вон там вот вижу что-то желтенькое. Но туда мы, походу, не доберемся, да, просто так? Ну да, хотел это все дело объехать. Нифига себе, там энергии, какой кусок валяется. Короче, хотел это все объехать, а это, оказывается, островок. Придется строить корабль. А для корабля у меня пока что не хватает деталек. Так что гоняем пока что по этому острову. Смотри, какой крутой. Верчу башкой туда-сюда. Гоняю налево и направо. Вон, вижу, смотри, какой здоровый кусок энергоблока. Капец, как я его буду толкать-то? Он больше, чем мой трактор. Ну, учитывая, что мы на горке, давай попробуем его просто толкнуть, и он должен скатиться. А, он, оказывается, легкий. Он очень легкий. Аля-ля, тихо, в дерево не врезаемся. Мне кажется, он сейчас сам докатится туда, куда нам нужно. Нам просто нужно его сопроводить. Давай, катись. А, это не просто энергоблок, это какая-то запчасть. И запчасть это называется клин. Давай, катись. Катись, Яма. Смотри, тут какая-то живность на планетке есть. Какие-то гуси. Гуся, иди сюда, иди сюда. Так, мы немножечко с тобой отвлеклись. Наша деталька катится сама собой, молодец. Интересно, а как дрон затолкает в себя этот огромный кус маничи? Ты посмотри на дрон и посмотри на эту детальку. По-моему, они одного размера. Вот так вот. Есть! Клин! Разблокировано. О, смотри, там еще один дрон. Только красный. Поехали к нему спустимся. Оу. Кажется, я потерял одну деталь. Черт. Выходим с тачки. Нужно ее перевернуть. Что делать кнопка Б? Б войти в строитель. Блок разблокирован. Зашел, называется строитель. Аэродинамический блок. Чем больше аэродинамика, тем быстрее мы едем. Не ползи, езжай быстрее. Значит, давай мы эту пришпандорим штуку. Ну вот, как-то так. Уже посерьезнее как-то выглядит машинка. Сверху есть кнопка аэродинамика, давай ее включим. Итак, мы видим. Где красненькая, это значит, что очень большое сопротивление, и из-за этого машина едет медленно. Значит, здесь нужно блок добавить. Обязательно. Красные стрелочки сменились зелененькими. Значит, аэродинамика у нас здесь в порядке. Что же сделать нам здесь? Давай попробуем поставить его по-другому. Вот таким вот макаром, как ковш. Дублируем это все дело теперь. Ну и смотри, у нас теперь просто шикарнейшая аэродинамика. И наш трактор приобрел полноценный ковш. Слушай, давай колеса еще перекрасим, скажем так, в красный цвет тоже. Оу, нифига себе, он еще шустрее стал. А это что такое? Монетки? Соточку монеток нашли. Шикарно. А как нам отсюда теперь? Опс, я, кажется, гуся сбил. И 10 монеток получил. Это же просто чешуяна. Надо их почаще сбивать. Вот тут еще монеточка есть. Блин, а как мне отсюда теперь сползти? Я сейчас разобью свой новый трактор. Только сделал. Ай, ладно, в топку помчали. Ух, как высоко. Ну капец. Я разломал его на маленькие кусочки. Давай починим. Ух, круто. Я еще чинить могу шикарно. Что тут у нас? Большая петля. Интересная штука. Заталкиваем, значит. Большая петля разблокирована. Слушай, я так понял, что мы имеем небольшое количество детальюшек, но они у нас безграничны. И то есть мы уже, в принципе, можем построить свой транспорт. Что ж, давай попробуем. Вот это все дело мы, значит, удаляем. Ставим, естественно, кабиночку.
Ну вот, смотри, наш первый транспорт, который мы придумали с тобой самостоятельно. Больше похоже на какой-то Бэтмобиль. Двигатель у нас сзади, прямо за водилой, так что если что-то бомбанет, то водил тоже бомбанет. Давай попробуем, как она гоняет. Ты посмотри на колеса. Я, короче, кое-что сделал неправильно. У нас и передние колеса, и задние колеса поворачивают. Это неправильно. Задние колеса не должны поворачивать. Хотя, что если мы поменяем поворот задних колес в противоположную сторону? Давай попробуем, значит. Вот таким вот образом. И смотрим, что получилось. Так, колеса теперь поворачивают в разные стороны. Пробуем ехать. Во! Я теперь дрифтовать могу. Шикарно. Теперь наша тачка стала более маневренной. О, а вон и запчасти, смотри. А там, кстати, вон наверху еще какая-то фигня блестит. А как нам туда добраться? Нам нужна вертушка. О, гусь, иди сюда. Гусямба, стой, ты мне нужен. Ах ты засранец, какой уворотливый. Да блин, да как так, я думал, я его уже даванул. Да что ж такое-то? Какой дерзкий гусь. Я хочу получить за тебя монетку, ну подожди же. Ай, пошел ты в лес, короче. Что это у нас за штука? Средний понтон. Похоже на какой-то огромный двигатель. Но это не двигатель. Это какой-то понтон. Что такое понтон, я не знаю. Давай мы его откатим, значит, к дрону. И там-то нам все расскажут. Что за понтон? Панталон? Да, с таким острым носом у машины толкать эти предметы мне сложно. Отвалился двигатель и блок. Шикарно. Сейчас мы это дело все восстановим. Нужно сзади сделать толкач. Да что ж такое, опять двигатели отвалились. Ты посмотри, вон они валяются. Так, надо переконструировать тачку. Сейчас мы это все дело защитим. Делаем, значит, здесь вот такой вот блок защитный. Вот так вот у нас теперь выглядит машина. Двигательный блок защищен. Давай посмотрим, что получится. Неудачненько я упал. Все готово. Давай тащите. О да, я потерял снова какие-то защитные блоки. Но зато теперь хоть нормально толкается. Оп-оп-оп-оп-оп. Есть! Средний понтон. Что это такое? Плавает на воде? Ух ты! Это значит, мы плавсредство сможем делать? Шикарно. Но для того, чтобы поплыть, нам не хватает винтов. Хотя, в принципе, может и колеса могли бы гребсти. Давай проведем тест-драйв. Значит, сейчас мы эти понтоны пришпандорим сбоку. Понтон. Мы их развернем. Это, конечно, не совсем правильно, как я делаю. Но мы же великие экспериментаторы, так что нам пофигу. Сейчас полтачки уйдет на дно. А останусь только я с кабиной. Карамба! Опа! Бульк. Двигатель сломался сразу же, потому что в него попала вода. А я-то думал. Соберите мне, пожалуйста, машинку. Я в нее сяду. Так, ну нет, колеса все равно не могут гребсти. Зато я могу делать вот так вот. Ну, по крайней мере, наша машинка не тонет. Это хорошо уже. А что будет, если я сделаю вот так вот? Я уберу эти понтоны. Я действительно потону или все-таки буду плавать? Потому что детали-то пластиковые, они же должны плавать. Ну-ка. Но нет. Машина на воде не держится вообще никак. Все, мы ушли под дно. Чувак, надо выплывать отсюда. Бросай тачку. А как нам теперь забраться наверх? Что-то я об этом не подумал. Вот я тупица. Можно мне перенести его вот сюда, например? О, шикарно! Только тачка развалилась. Но не беда, сейчас мы ее соберем. Как думаешь, я допрыгну туда, нет? Оп. Оп. Сталкиваем. Давай, толкайся. Силёнок не хватает. Есть! Столкнули. Ну, снизу подберем. И на горочке что-то есть. Поршень. Восстановите свою машину, чтобы забрать металлолом. А в смысле восстановить? Она же у меня не сломана. А, типа сделать вот эту вот фигулину, чтобы столкнуть поршень. Но зачем? Когда есть я. Я могу сделать вот так. Опа.
хоп, и все. И не нужно какую-то бандурину делать для машины. Кавабунга, я иду! Вью! Сейчас я, кажется, потерял двигатель. Но тачка-то целая. Поршень разблокирована. Так, а это у нас что такое? Фары. Отлично, то, что нужно для ночи. Сейчас мы ее пришпандорим сразу же. Очень-очень-очень нужны фары. Вот они, наши фарочки. Куда мы их влепим? Отлично. Ну, лучше их поставим на нос, конечно же. А лучше сразу две. Смотри, как светят. Просто шикардос. Даже ночь нам не страшна. Ведь теперь есть у меня два огромных фонаря. Ого, подводный пропеллер. Но какой он здоровый. Эта запчасть не такая, как ранее были. Какая-то квадратная. Интересно, смогу ли я утащить это все дело? Конечно смогу. Да я, да и не смог бы. О, там денежка лежит. Надо будет потом забрать. Оп, Хьюстон, мы потеряли колесо. Надо восстановить. Вот так-то. Подводный пропеллер теперь у нас есть. Чтобы быстро сменить машину, удерживайте Alt, чтобы просмотреть машины для превращения. Ух ты, да здесь еще и трансформации возможны. Выберите чертежи, чтобы переназначить машины для превращения. Офигеть. Доступен чертеж амфибия. Ну что, настало время трансформаций. Мы все запчасти здесь, которые возможно было, собрали. Теперь прыгаем в воду. Перевоплощаемся в амфибию. Что-то как-то не перевоплощ... А, во! Вот она, наша амфибия. Залазим. Конечно же, я воспользовался готовым чертежом. Но в следующей серии мы соберем обязательно свою. Ух ты, какая она крутая, слушай. Кайфовая. Амфибия-то. Вон они, наши пропеллеры где. Выбираемся на остров. Шикарно. Попробуем превратиться в наш болид. Вот так. Круто. Смотри, как быстро это все делается. А, чешуяна. Ну что, первая серия подошла к концу. Если тебе понравилась эта игруха и ты хочешь увидеть ее больше и больше различных всяких конструкций, то с тебя лайкос, комментос под видос и, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе спасибо и пока. Увидимся в новом видео.